Ну, поскольку сейчас стадия венчурная, это так, есть большие риски. Но они риски скорее психологические. Для инвестора это непонятно вообще, получится, не получится. Я знаю, что все получится. А вдруг там не поедет, а вдруг что-то сломается, порвется, вдруг не будет заказчиков там. Ну, обычно вот эти вопросы задаются инвесторами самим себе, и они не получают ответа. Я-то знаю, что все получится, все будет работать, и у нас будет заказ. Да? Но поскольку инвестор рискует своими деньгами, то и риски в его понимании сейчас очень высокие, то на данной стадии он приобретает долю в компании, в группе компаний, в холдинге с большим дисконтом. И поэтому то, что сегодня инвестор приобретает за, там, ну, за 1000 долларов или там 1000 рублей, то это через 2-3 года может стоить 1 000 000 долларов и 1 000 000 рублей. Поэтому, естественно, взвесив все, инвестору выгоднее на самом деле прийти сейчас, чем позже. Хотя риски сейчас, естественно, выше. Но когда мы построим тестовые участки, сертифицируем и выйдем на заказы, мы прекратим продажу акций. И уже в коренную компанию попасть не будет невозможно в технологии. Поэтому тот, кто сейчас рискует, то, естественно, получает большую долю за меньшие деньги. И он будет как бы в технологии, то есть вот в холдинге, через который он попадет потом в любой адресный проект в любой стране мира. Потому что технология, без нас это сделать нельзя, мы будем присутствовать в любой компании, в любом проекте адресном, неважно, это грузовой, городской или высокоскоростной SkyWay. И, естественно, инвестор, уже будучи акционером группы компаний, будет получать уже дивиденды от каждого адресного проекта, где используются наши технологии. При этом, когда мы выйдем на IPO, на фондовый рынок, то наши акции будут котироваться, и любой акционер может продать свои акции, ну, за значительно большие деньги, если захочет, ну, заработать на этом. Либо может там часть акций продать, часть оставить себе, чтобы получать дивиденды. То есть он вернет значительно больше денег, чем он вложил, на порядок, а то и два порядка. И еще останется значительная доля, которая позволяет получать дивиденды, ну, пока существует адресный проект. А это период сотни лет. Транссибирская магистраль построена больше 100 лет назад, она до сих пор работает. Поэтому если бы там были акционеры, вот этой компании, они сегодня тоже получали дивиденды. Их дети, внуки бы получали дивиденды. Вот так.